Голубева забирает этот мяч. И голевой момент, и гол. Становится автором гола Юлия Белокостова. Вчера она забила, сегодня отличилась. Но я бы здесь, конечно, отметил Голубеву, которая мяч попытал. Удачно, и контратака уже у Орла, и гол! И забивает Беспайл. Лена. 58. Блин, пробила. Аж еще 20 голов. Ой-ой-ой-ой-ой. Момент какой сейчас, и гол, и засчитывается этот гол. Да, засчитывается, могло показаться, что мяч попал. Такая передача могла получиться. Там будет кики. Налево, на Пацекину, и Пацекина забивает. Вот так, обратная контратака, и 3-2 в нашу пользу Вратарёв. Она вперед рвется, очень быстро ускоряется и забивает. Да, вот это скорость 6-го номера гостей. Просто улетела, как на ту ускорение. Бьет и забивает Ефимова. Перехватывает Ефимова, и сейчас передача хорошая, забивает нужно, но забивают! Здорово, здорово, хитрик Ефимова, но казалось, затянулось немного Пантелеева. Для вас эту трансляцию прокомментировал Олег Иджилов.